Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита. Сегодня у нас интересный гость. Это Pico TL фильтр и диффузор от известного производителя high-end фонарей из Германии, фирмы Lupin. Давайте познакомимся с ними поближе. Фильтр и диффузор пришли вот в таких вот пакетах, характерных для аксессуаров Lupin. Внутри, давайте знакомиться, находится, собственно, фильтр или диффузор, который представляет собой обойму из эластичного полимера. Которое закреплено в данном случае матовое стекло. Вот видите, оно эластичное. Также снизу имеется крепление под петлю. Это сделано для того, чтобы вы не потеряли свой фильтр, если вы едете на велосипеде или занимаетесь другими активными видами спорта. Вот, и у вас возможны сотрясения вот, или другие нагрузки пиковые на фонарь с возможностью потерять данный аксессуар. Так, вот красный фильтр. Вы видите, он имеет такое вот зеркальное покрытие. Вот, и конструктивно представляет то же самое. Для чего служат данные фильтры? Кроме того, что они дают или рассеянный, или цветной свет, они еще дополнительно механически защищают ваш фонарь, линзу вашего фонаря от механических повреждений, царапин, песка и так далее. То есть проще значительно заменить фильтр, если вы там, допустим, едете на велосипеде, чем поцарапанную линзу у фонаря. Вот. Держится плотно, видите, одевается легко. Вот. То есть достаточно интересный аксессуар. Для того, чтобы, как я сказал, чтобы не потерять данный фильтр, стоит взять бечевку, сделать из нее крепление и закрепить данную конструкцию на фонаре. Это позволит вам не потерять ваш фильтр вот таким вот образом, вот, закрепив, и он будет на месте. Более детально об этих фильтрах и как они светят я расскажу и покажу в своем блоге. Спасибо, что оставались с нами. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас практически каждый день новые новости. До новых встреч и всего вам доброго.